как вариант осознанного отклонения от нормы или неосознанного. Да? То есть вот меня интересует на самом деле, какая складывается ситуация с соблюдением тех или иных еврейских галахических законов в ситуации, когда это искажено. По крайней мере, так я буду понимать понятие народный иудаизм и буду в этом совпадать с определением народной религиозности за многими исследователями как сумма религиозных практик, принятых в конкретной общине, находящихся в динамическом взаимодействии с официальными религиозными институциями, что бы это ни значило. Да? То есть некоторое разногласие и динамическое взаимодействие. Это действительно такой любопытный феномен, и мы его наблюдаем. Вот в наших поездках, в наших современных записях 2004-2014 годов мы наблюдаем это динамическое взаимоотношение. Там, где есть какое-то стойкое религиозное присутствие, например, Хабада, понятно, что какие-то практики становятся под запретом. Там, где нет, большая часть народных практик просто процветает. Например, мы видели сами, как во время службы в синагоге в Бельцах, да, мужики устраивают перерыв и выходят покурить. А потом возвращаются и идут дальше читать тексты, которые положено читать в субботу. Да? То есть явно нарушая, но у них это, пойдем перекурим. То есть это нормально считается. Да? То есть вот такая грань нормы и не нормы, соблюдения и несоблюдения. Мы уже говорилось об этом здесь, и я думаю, к сожалению, не успела послушать все доклады. Я думаю, что об этом говорилось и вчера, и позавчера. Значит, что раввины настаивали на том, что человек не должен нарушать обычаи того места, в котором он живет. Да? И если его предки делали так, а это немножко противоречит галахе, то пусть будет минхаг, пусть будет обычай, пусть это вот, особенно если это касается не прям уж совсем религиозной жизни, а в каких-то ситуациях таких повседневных. Кроме того, я бы хотела исследовать ситуацию, которую мы часто записываем, как вынужденный отказ от соблюдения. Вот по каким нормам строилось соблюдение того, чего и соблюдать было нельзя, и как это все конструировалось. И тут довольно любопытно. Значит, ситуации, когда запрещено было исповедовать иудаизм, или вообще за любое открытое формальное соблюдение можно было очень сильно поплатиться. Несколько примеров записи наших материалов. Вот у моего сына не было мизизы, так один у нас был Айзик, очень ученый такой человек. И он сказал: я вам дам такие два листочка от сидора, и вы туда поставьте, и это будет считаться, что это мизиза. То есть вообще мизуза, да, пишется специальным софером на фрагменте такого пергамента, определенным образом выработанным. Но в ситуации, когда вот вообще нету ничего, лучше кусочек, фрагмент из сидура с тем же текстом, да, чем вот такая традиционная мизуза, которая должна быть. Это является заменой, да, то есть вот такого рода оправданная замена, причем от имени ученого человека, такого Айзека. В Тулчине действительно был такой очень яркий персонаж, которого все считали за раввина по его учености. Или из Черновцов рассказ о том, что во время войны в лагере нельзя было набрать миньян, а ряд молитв читается только в миньяне, например, кадыш по умершим там или еще какие-то. И мой папа был в лагере, собрать 10 человек было невозможно, их бы расстреляли на раз-два. Так я помню, что когда нужен был этот миньян, папа всегда выходил и считал деревья. 9 деревьев, а он 10-й. Да? То есть вот такая замена как бы людей на деревья, да, совершенно немыслимая в традиционном иудаизме, да, но возможная в ситуации, когда нарушены все остальные нормы. Да? Ну и еще замечательный момент. По еврейскому закону нужно хоронить в Тахрихим. В советское время нельзя было хоронить в Тахрихим, нужно было в костюме, потому что как же придут со службы. И вот его бедного хоронили в Тахрихим, а сверху костюм. Да? На том свете без Тахрихим не примут, а здесь неудобно перед сослуживцем. Такой как бы компромисс. Да? И то, и другое. Сейчас у нас, наверное, не получится прямо здесь запустить. Да, не получится. Тогда мы запустим ее из папки про мацу. Сейчас. Это я выключила. Отправили одну коробку деньги между братьями, между братьями и сестрами. Как уже получалось, но что было столько, сколько нам на столе? 13 должны были на столе. Значит, 13 должны были быть в камере. Это не 3, а 6, потому что я ночью ждала. 2 седа. В общем, так выходили, как норма.
советское время мой папа соблюдал все наши сиеты. Смотрите, очень любопытно. На Пасху мацы доставали очень мало, да, и еще делили между семьей. У нее было обязательно 2 сетера и обязательно 3 мацы. Но вот почему 3 мацы я пыталась показать на том слайде, да, потому что такие специальные салфетки для мацы, где 3 отделения Коэн, Леви, Исраэль, или такие тарелки для седеров, в которых по уровням разложены 3 мацы. Это 3 мацы, которые обязательно элемент седера, представляющий 3 части еврейского народа. Но все остальное время они, бедные, ели хлеб, у них не было мацы, да? То есть обязательно на седере, вот в ритуальный момент, самый яркий, должно быть, а все остальное замена. Да? Как вот он один, а 9 деревьев. Да? Вот как бы механизмы такого вот вынужденного искажения соблюдаемых правил, мне кажется, следующие, они похожи на формирование каких-то вот фольклорных практик в целом. Это смена статуса объекта. Да? Вот как бы был человек, можно дерево. Был печатный лист вместо рукописного, да, то есть вот смена статуса этого объекта. И ритуальный обман, да, то есть как бы костюм под ним тахрихим. Вот такая вот система замены. Еще один вариант, ну, такого искажения, что ли, нормы, это, как они сами называют, камуфляж. То есть они уже не хотели это соблюдать, но было неудобно перед остальными, да, и вот там папа постил, да, Йом-Кипур, но курил. Курил в сторонке, приходил и соблюдал пост, да, или, например, значит, пока был жив дедушка, ради того, чтобы, ну, там, вот, дедушки говорили, что эти ножи мясные, а эти молочные, но это был такой камуфляж, то есть, на самом деле, никто этого не соблюдал, но дедушки говорили, да, то есть, вот такая вот, как бы, обман, да, и в этой связи мне очень понравилось такое свидетельство, такой подпольно сохранявшейся общины в городах, в Черновцах рассказывала нам женщина, как у нее еврейская семья такая советская-советская, и родился мальчик, и вдруг на 8-й день стук в дверь, заходит раввин и говорит: «О, это самое, значит, у вас мальчик, вот мы пришли делать обрезание». И так, говорит, получилось, что папа открыл дверь, а папа был такой старый коммунист. И говорит: «Вы что, какое обрезание?» В общем, не разрешил. Ну и по правде никто не думал, да? Но при этом весь город знает, что есть мальчик, и нужно прийти в определенное время делать обрезание, даже если их не звали. Да, то есть вот ситуация такая, что норму нужно скрывать, да, это странно, ну, при том, что для них это очевидный момент. Ну и совсем уж прекрасный момент это. У нас один дедушка из Коэнов, колен священник, он был похоронен в саване, а второй сказал: «Оденьте меня по-человечески в костюм». То есть вот такая уже ситуация, когда перестает это быть нормой, по-человечески, наоборот, да, по норме становится костюм, а не традиционное соблюдение. Очень важный термин, который вот, отмечали некоторые исследователи уже этой традиции, там, и Саша Львов, и Галь Зеленин, и некоторые другие, это воспринимается как фанатизм. Очень часто этот термин повторяется, что мы не фанатики, наши родители были не фанатиками, не то, что вот эти фанатики, которые сейчас в Израиле, или хасиды, там, или, в общем, ну, много кто, да, и там соблюдали нормально, а вот не фанатически. И что это нормально, да? Нормально это вот чуть-чуть, не вот так вот, как это, а не фанатически, а нормально, да? И он ходил на Йорцайт, ходил на Искор, 2 раза в год читал молитвы, если родители умерли, чтобы им было хорошо. Вот. Не всегда ходил, когда считал нужным, не было фанатизма. Да? То есть вот вдруг нормативный иудаизм становится фанатизмом. Да? То есть вот совершенно по-другому меняются акценты. Да? Вот. Значит, ну, и тут много такого рода примеров. Есть даже вариант отрицания классического иудаизма и высмеивания. Мы многократно записывали, как бедные эти старики в синагогах читают присланные им Шульхан Арухи и, значит, высмеивают, как это все происходит. Тут в Хатине прекрасно было в 2006 году, когда они сидели и говорили, значит, у них были такие странности, что, в общем, нельзя. Они купили себе сковородку, не разрешали мыть их чашки. Это евреи, которые к ним приезжали. Странные, понимаете? Не нормальные, а странные. Вот те, которые соблюдали кашрут и прочие всякие вещи. И смеются, когда читают. Нельзя растирать плевок на полу ногой. Плевок, но можно наступить на него ногой, не растирая. Ну, это традиционные, в общем-то, такие в Кицур Шульхан Арухе описанные практики, что там можно делать в субботу, что нельзя, что считается работой, что не считается. Но это уже смешно, да? То есть это уже далеко не норма. Значит, ну, поведение раввинов очень часто, которые действуют в рамках традиционных правил, вызывает бурю возмущения, что стали хоронить женщину, пришел раввин
И он, значит, говорит, не открывайте ей лицо. Как, говорит, не открывайте, это же сослуживцы, они пришли посмотреть, как не открывать, по их традициям нужно. Я бы хотела сама подойти, открыть, чтобы они, значит, увидели. Но этот равен мне не дал. Какой у нас равен нехороший? Вот. То есть вот, при том, что эта женщина считается соблюдающей традицию, знающей иврит, там, какие-то законы, обычаи и так далее. Вот. Ну, тем более, как бы отношения с Израилем очень напряженные, да, вот в Израиле вроде все правильно, а вроде все не так, вот как бы, если кто там был, так уж совсем все не так, а те, кто не был, только рассказывают, как они там целыми часами молятся, записочки кладут там и так далее, и так далее. Еще один вариант, это такое очень сильное сближение фольклорной традиции с любым возможным намеком на это в еврейской официальной традиции. Мезуза Коковерек в данном случае выступает очень важный фрагмент. Мезуза как таковая обергом не является, хотя есть исследование, что это сначала, изначально, видимо, и было обергом, но как таковой нет, это заповедь. Да, исполнение заповеди написано то-то, то-то, повесить эти слова на косяки дверей и их пишут, да? Но в религиозной традиции еврейской мы знаем, что мезуза как оберег использовалась, и об этом крайне возмущались сами раввины. Они говорили, что это нельзя, нельзя там писать никаких дополнительных надписей магических, на них на всех написано сзади там зашифровано имя Бога, если так посмотреться. Вот. Потом есть магические мезузы, которые мы просто знаем как, ну, отдельный такой вид. Есть традиция брать мезузу с собой, если человек уходил рекрутом, как часть дома, которая, ну, как ложку там, да, русские рекруты берут, тут значит, мезузу, как элемент, частицы очень важные, да, домашнего очага. И вот мы записывали замечательный фрагмент про... Подождите, а вы говорите, что у вас в сумке? Да. Вы с собой носите? Ношу с собой. Показать? Да, можно? А ее целуют когда? Когда заходишь и когда уходишь. Надо просить Бога, как ты идешь на здоровье. Чтоб ты на здоровье Бог, чтоб тебе дал хороший дорог, чтобы враги тебя подальше. Прошу а как у тебя Бога, там написано в середине, прошу тебя Бога, как я пошла, чтобы я так и вернулась. Аминь. А зовут Ахидиш? Готин, Аргей, Энагитер Шуб. In zonneschim in Zerik, in Zerikei, in zonneschim in Gozel zahmet mir. In die Sonne für mir von der Wand. Подальше, говорю ей. Донышко была литерфон, это равно счастье. Назо из Аргей, а из Омски. Если я иду это целую, я меня везет целую. Это без изи. А вы говорите, что у вас в сумке? Да. Все, спасибо. Окей, значит, здесь очень важный момент. Она говорит по-русски и на идише, да, как бы в двух вариантах. И для нее это важный момент, и это часть ее традиционной культуры. Она всегда так делает, да, там одна мезуза у нее висит, а другую она носит с собой и воспринимает ее как амулет, как оберег. И если я это говорю со мной, значит, не происходит никаких несчастий. Да, то есть такая вот перенос какой-то народной практики магической на предмет вполне себе нормативный и казалось бы, к этому способствующий. Вот. Ну и вершина такого искажения, что ли, нормы, это отношение к свинине. Да? То, что евреи ели свинину, мы знаем из разных, и до сих пор, там и все такое, да? Есть замечательная книжка Ани Шаевич, которая называется «Soviet and Kosher», да, советская и кошерная. Там как раз вот эта дилемма, да, советская и кошерная очень ярко отражена. Вот. Но мне безумно нравится именно этот фрагмент из интервью, потому что он рассказывает, как оформляются новые нормы, да, как пытаются галахические законы, традиции, да, принести в существо. Свинина, например, нельзя было лучше. Но жили мы в местечке, я же вам сказал. Такая местечка Каприш. Вот, и там были специальные кацапы такие, что мне резали свиньи. И там продавалось вечером. Сейчас, секундочку, я прошу прощения, а кто второй? Вы не должны. Свинина, например, нельзя было кушать. Но жили мы в местечке, я же вам сказал. Такая есть... Окей, не будем. Тогда просто прочитайте. Это, ну, действительно жалко.
что такая запись, потому что у меня вот в оригинале эта запись нормальная, но она почему-то не показывается в качестве слайда. Вот не запускается она. Значит, они жили в местечке Капрешти, традиционное местечко на Бессарабии. И там были такие специальные кацапы, которые резали свиньи. Да, и там продавалась ветчина, и такой был запах, и вот мы все молодежь хотели. И мама, еврейская мама, это ситуация, значит, она родилась в Герштопе, она живет в Бельцах, то есть это ситуация, когда советы пришли только в 30-е годы. А она родилась, ну, в конце, в 39-м году пришли советы, да, первые ее 9 лет жизни прошли в ситуации без советской власти. То есть все, как бы, еврейская традиция соблюдалась открыто. Не было такого, что вот, ну, прям надо было прятать, стоиться, да. И вот мама, их прекрасная мама, религиозная, разрешила нам купить и покушать на подоконнике. И не резать с ножиком, значит, если там купили. И как вот сейчас же, ну, она вот продается, копченая, вкусная, и она нам разрешала, стелила там газетку и говорила, значит, смотрите, мойте руки, ополаскивайте рот, чтобы не подошли пить воду. И моя мама покойная, она придерживалась закона. Да, то есть она придерживалась закона. Я же вам сказала, полотенце было для мяса, для молочного. Вот если нужно было кушать молочное, значит, она должна была себе рот ополоснуть обязательно, чтобы она начала кушать молочное. Она не мешала одно с другим. То есть вот она им тоже говорила, поели свинину, ополосните рот. И, значит, сюда за нашу посуду, за наш стол. Очень хочется, вот, пожалуйста. Да? То есть вот, вот вам вариант этого самого обхода запрета, вот вам вариант своей индивидуальной нормы. Да? С законами, с галахическими этими, вот здесь сюда, здесь на газетку, здесь, в общем, замечательный такой пример. Ну и в целом, конечно, тема свинины вызывает бурю восторга. Наше вот с Ольгой Владиславовной интервью, да, с Черновцах. Свинину-то евреи едят, о, кто как, знаете, сказать вам честно, если это еще ничего. Ты не убиваешь, не проклинаешь, хочешь попробовать? Ну что, и она вкусная, я и сама беру кусочек, это свинина. Но надо знать, какую. Передняя часть можно взять кусок, а заднюю не, потому что задняя часть, она рожает. То есть задняя часть нечистая, а передняя чистая. Помните, в кашрутных законах, да, задняя часть Менахем вырезает там жилу определенную. Синь показывает. Значит, это самое. Ну, вообще, в целом, когда тушу разделывают, да, в задней части свиной, этой говяжьей туши. Да, из бытия вырезают. А если нету Менахема, так продают просто всю заднюю часть не евреям, потому что не кошерно, да? Здесь этот перенос вот этой традиции на свинью, да? Кошерно. Вот. Ну и ряд таких еще индивидуальных тоже норм. Значит, у меня жена была русская, и я ее положил на еврейском кладбище. Даже не думал, что если, значит, она первая умрет, положим, значит, думал, что я лягу на украинском. Он говорит, я не буду ходить к тебе в гости, не нужно, чтобы ты ходил ко мне в гости. Ты должен ложить меня там, где ты будешь сам лежать. Да? И это... Она его уговорила считать нормой положить украинку рядом с ним на еврейском кладбище, да? Я говорю на русском, не попаду, значит, ложи меня там, где ты будешь. Да? То есть его не похоронили, значит, ее похоронили. Вот. И сестры обиделись, но ничего, только я сделала разницу. Допустим, родители зарыты могилы по еврейским законам, должна плита быть, а она просила, чтобы цветы. Я ей оставила открытым, сажу цветы. Все время смотрю за ним, и ничего страшного, нема, не побьются, не подерутся. Да, то есть человек сам формирует некоторую норму, вот как бы по-еврейски так, а вот тут так, да, как бы и норма меняется не там, где по-еврейски, а там, где вот как он считает, да, и он устанавливает эту норму. Вот. Ну, в общем, более-менее, как бы это то, что я хотела сказать про трансформацию закона и нормы в современном варианте, и вот несколько этих вариантов это... Ритуальный обман, изменение статуса, применение традиционных законов ритуальной чистоты к заведомо нечистому объекту. Вот. Спасибо.